Привет, ребята. Кичерына, город Пятигорск. Сейчас вторая у нас сейчас начнется. Так, в общем, пробежимся, посмотрим. Всем спасибо, кто смотрит. Лайк, подписка, погнали. Так, здесь у нас вот сразу покажу. Бывают, да, бывают здесь, да. Волнистые попугайчики, карелы. Я уже, короче, делаю так. Карелы, неразлучники. Так, неразлучники. Вот они. И карелы. А почем карелы ваши? Карел 2000. А волна? 400. Чуть-чуть подорожали. Так. Нет. Пройти, чтобы не задавили. Так, вот такие вот малыши зебрики. А зебрики почем? По 300 рублей. Так, здесь у нас это поющие какие-то. Певчие. А это что стоит такие? 2 рубля. Так, они разлучники? Сколько? По 1000, да? Карелы. 2 рубля. И волнистые эти по 400, да? А телефончик не хотите оставить? Нет? Понятно. Хорошо. Вот здесь тоже самое. Вот они, бедные, как сбились, холодно. Им они даже, можно сказать, в пакете сидят. Но им холодно. Друг другу. Так. Что-то продают хомячки. Хомячки, ладно, там женщина что-то покупает. То же самое, карелы. Карелы 2 рубля. Сами слышали. Кролики. Так, сейчас. Так. Побежали дальше. Извиняюсь, отвлекать. Тут надо кое-что еще отдать, кое-что забрать. В общем, волнистые. В общем, волнистые. Вот такие беленькие, тоже волнистые. И почем такие? По 400? Кто? Попугайчики. Это выставочные. Вот по 400, если всех брать. А эти почем тогда? Это по штуке. Так у меня вроде бы полувыставочный, он... Молодежь. Он у меня один, как 2 ваших попугая. Люди же не все одинакового роста. Ну, не, мне так объясняли, то, что вот мне сказали, что это полувыставочный, ну, чуть-чуть брак, но он у меня как вот 2 ваших. Он наподобие это как. Молодые, только этот самый. Как, да. Карела. Понятно. О. А эти почем такие перепелки? Это не перепелки. Или как? Куропатка. Куропатка. Вот эти коричневые, это виргинцы, а эти калифорнийцы. И что стоят, почем они? Виргинцы по 2000, а эти пара 4. Тут 2 самца и самка. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, тоже вот армавиры. Армавиры, пара желтеньких. Лапу постригли. Космы постригли. Уступлю, раз. Такие добрые. И что такие стоят? 10? Вот пара желтых. Возьми. Такие цены. Так. Здесь у нас. Таких больше не найдешь. Ну, там есть, там тут люди стоят. Спортивные почем такие? По 200 рублей. По 200. А что так дешево? Пойдем круг, дадим подъем. А благодарницкий? По рублю. Откуда сыро? По рублю. Снегири. А у нас рамок.
Долгатый? А он и есть. Он и есть. А? Он и есть. Так. Дальше. Пройдем. В общем, надо выбирать предыдущие части. Вот были желтые, они были и дешевле за 8000 фар. Они, по моему мнению, были, кажется, чуть-чуть лучше. Хотя я не эксперт. Цены разные. Приехал, походил, покрутил в руках. Желтошейки, чернохвосты, чернышейки. Когда он спал, я не знаю. Шейки, сизамуры. Неделю вот так. Так, что это здесь? Плевать, воду скинь. Все, он вылетел. Белые армавиры. Что такие белые, почем? По троечку, ребят. По троечку. Так. Тоже попугайчики. Черный, красный, мраморный. Здесь павлины хвостатые, чернохвостые, желтохвостые, всякие разные. Так, вот такие северокавказские. Пара белястых. И что такая пара стоит? Вот эти вот. В смысле, тополёв? Да. 4000 фар. И вроде как бы на белястых больше похоже. Нет, тополёв. Классная пара. 4 рубля. 4 рубля. А телефон не хотите оставить? 8928. Рублей. 929, 8000. Хорошо. А плечи и почем такие? 3000 голова. Хорошие, ухоженные. Так. Ну это вот уже по лысым они идут, по северокавказским, сизолысые носы, длинные, красные, желтые, северокавказские. Вот отсюда покажу, ну, клетка мелкая. Желтый, красный, краснорябы, чупаты, краснорябы. Хозяев нету, чернохвостые павлинчики. Так, грибочки. Так, белястые бакинцы. Нет, такла. Ну, куниц это так. Так, их нету. Даже обувь продают. Очень погода подвела. Благодарнинские. Людей не так много. Хотя есть люди. Рынок-то неплохой. Люди есть. Так, вот такие. Тут же мрамор. Армавиры. Тут там дома сейчас. Так. Бежали дальше. Так. Здесь по узбекам. Такие. Молодежь еще не долиняла. Еще не долиняли, да, молодые? И почем такие? Вот они, от полторы до двух. От полторы до двух.
Понятно. Юра, добрый день. Добрый. Секундочку это. Сейчас. Я. Угу. Так, вот такие сизые. Посмотрим дальше. Здесь у нас мрамор. Мрамор чили уже по широкохвостым. Такие крупные, здоровые. Почем такие чили? 3000 пара. А это эти иранцы, что ли? Иранцы, белохвостые, да. Вот кто-то мне там на том ряду спрашивал, вот где, вот же стоят. Не подходил этот мужчина был? А я типа чем такие? Эти 1000 голова. Не гонял их? Гоняют. И что? Ну, уже месяца 4 гоняю, только начал вертеться. Ну, летят 2-3 часа. Больше не летят. Телефон не хочешь оставить? 938-316-47-77. Спасибо. У тебя только такая масса, черных нету? Иранцев? Да, да. Есть черные и сизые. Черные и сизые. Вот, ребята, кто ищет, вот звоните. И... Спасибо. Ну, гоняй, так. Гоняй. Здесь у нас... Николаевские. Почем ваши Николаевские? По 500. 500 рублей. Так, чай, кофе. В общем, здесь посмотрим. Бакинец страшнейший. А что он такой большой? Да, бакинец. Это со Ставрополя привезенная. Бакинец, он один остался. Это что, высоколетный, что ли? Да, да, бакинец. И что стоит такой? Ну, я его хочу рубль за него, ну, кому надо, будет дешевле отдадим. А играет, гоняли его? Я его не гонял, мне его со Ставрополя привезли. Юра, ты же говорил, у тебя там сосед Петро или кто-то гоняет, да, как высоколетный? Есть у него? Что-то есть, толком не знаю. Так, продолжаем туда, дальше уже не пойду. Здесь кролики, вот здесь немножечко голубей. Так, куры. Так, здоровый. Так, здесь пёрые, белые. Всего понемножку. Вот такие вот красные, красные и желтые. Да, вон, вот зеркальный такой. Зеркальный чубатик. Чё такие стоят? 500 рублей? Понятно. А ты откуда вот? Русмартан? С Грозного? Понятно. Гоняли голубей? Да ладно. Серьезно? Да. А что это голуби? Всякие разные. Ну, красные, желтые. Надо их в руках покрутить, повертеть. В общем, все по 500 рублей, да? Понятно. Вот здесь желтый вот этот чубатый, так себе. И кто-нибудь играет? Нормально играет? Телефон есть у вас? Продиктуй мне телефон. 8-928. Так, 8, сейчас, не торопись. 8-928. 942. 51. 85. В самом городе живете, в Урус-Мартане, да? Хорошо. Так что, ребята, кому интересно, звоните. Можно здесь что-то выбрать. Красный зеркальный чубатый сидит.
Так, ладно. Молодой парень продает. Там уже по телефону. Так. Привет, привет. Привет. Всего понемножку. И благодарницкие. Белястые. Белястые почем? Белястые по 300 рублей. По 300 рублей. Так. Индоутки. А индоутки? Утки по 400. По 400. Не нужна? Не. Голуби по 300. Утка 400. Добавил 100 рублей. Хорошо покушал. Или коровка. Да, всякие разные. Вот эти узбеки. Снимайте. Быстренько оптом. Быстренько оптом всех узбеков забирайте. И почем такие узбеки? Эти тысячи. Оптом дешевле наоборот. Оптом дороже. Чехлов покупайте тоже. Вон. Не лето. Ну а шо? Клеточку посадили, весна. Ну понятно. Уже они поедут. А мне попугая дома одного хватает. Все мозги выклевал. С утра как начнет орать. Так. Сизамуры. Сизамуры. Тормоир. Блин, сидит. Хозяев. Хозяев не видно. Благодарницкий тут статный. Снегири. А снегири почем такие? 500 рублей. 500 рублей. О, такие курочки. Всякие разные, в общем. Глаза голубые, не похож на этого. Вот какой петюня. Еле в клетку помещается. Все, вот, что хочешь, я могу. Могу, потому что у меня заказ. Так. Мощные. Мощные, мощные. Так, ладненько, пойдем дальше. Вот здесь. Корма, корма, корма. Я уже затарился. Здесь. Вот красный. Вот этот красный. И что такой стоит красный? 300. 300. Ну без чубы молодой нет. Бармадиром. Опа. Телефон дай. Телефончик, так. Чемки лайки. И почем такие? 5-3. Понятно. Родители рабочие и на копытах работают, и на пиццу. Ну, телефончик продиктуйте, может кто-то позвонит. 8-962-437-0315. И по сколько? 5, прошу. Не, месяцев сколько? Месяц? Молодые еще. 2 месяца нет. 2 месяца нет. 45 дней. 1,5 месяца. Ну понятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Так. Лайка. Так, кто сейчас на охоту еще? Кто-то же ходит на охоту. Это надо заниматься. Петюня. Так.
перепелки, и тушки, и яички продаются. В общем, всего понемножку. Здесь вот кролики. Кролики. Все хозяева в машинах, кто где сидит. В общем, очень погода неприятная, к большому сожалению. О, колбаса домашняя зато есть. Вот здесь мясо. Все, дальше я уже идти не буду. Так, вот здесь еще вот голуби что-то есть. Какие-то голуби есть. Белые бакинцы. Белые бакинцы вот. Цена вон по 100 рублей. По 100 рублей. Кобрашей, здорово. Ну, как оно? Ничего. Чисто пойдет. Возьму погонять. Вот этот вот. Видишь, как кобрашей идет, смотри. Трыгает шею. Ага. Погоняй, посмотрим. Че из себя? Своих дармоедов мало. Ну, чтоб зря на базар не ехать, надо что-то привезти. Так, ну, все, ребята. Все, на этом все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Удачи, здоровья и всего хорошего. Всем пока.